Добрый день! В данном видео мы представляем вам автоматический поршневой дозатор MD500D2 с пневматическими поршнями в специальном исполнении на мобильной платформе, предназначенной для дозированного розлива бытовой и автохимии. Основной привод поршней обеспечивается при помощи пневмоцилиндра с зирконовыми датчиками, при помощи которых происходит регулировка дозы. Также присутствуют два пневмоклапана на забор продукта и его дозирования. Дополнительно установлены два пневматических клапана на соплах розлива для отсекания последней капли. Забор продукта осуществляется из промежуточной накопительной 100-литровой емкости с автоматическим уровнем наполнения при помощи встроенного перекачивающего насоса. Также для удобства работы установлены датчики наличия тары для предотвращения пролива продукта на аппарат. А сейчас мы продемонстрируем вам, как может эксплуатироваться данный дозатор в условиях, приближенных к рабочим. Данный дозатор изготовлен на 7 видов различной тары. При наладке регулировка дозы занимает считанные минуты. Так, Так, переналадка завершена. Продолжаем. Thank you.
Спасибо за внимание. Всего доброго и до свидания.